Приветствую вас. И вы знаете, вот я прочитал ваше сообщение и вы задаете вопрос, что вам делать. Ну, и признаться честно, даже немножечко затрудняюсь поначалу ответить вам, что же делать. Вот вы думаете, что у него есть другая? Вы говорите, что мужчина не давал вам поводов для того, чтобы вы в нем сомневались, он не давал вам поводов для ревности. Но вы все равно, несмотря на отсутствие этих поводов, все равно его ревнуете. Все равно у вас какая-то неуверенность в том, что вы для него, например, единственная. Все равно у вас какая-то неуверенность в том, что вы для него самое лучшее. И так далее. И вот у меня вопрос, откуда и почему есть у вас в наличии подобные сомнения в самой себе? Почему вы считаете, что молодой человек вас обманывает? Но ведь по сути дела он ничем вам не показал свою двойную жизнь. Он все для вас сделал, он скидывал вам это положение, он позволял вам залезать к нему в телефон, он все позволял делать. Далее вы пишете, что вы его довели до того, что он вас выгнал. То есть вы как будто бы сами понимаете, что вы его довели. И при том, что вы понимаете, что вы его довели, вы говорите о том, что у него есть девушка, по вашему мнению. Вот у меня только, пожалуй, один к вам вопрос. Как вы сами для себя решаете вот это вот противоречие, что вы, с одной стороны, понимаете, что ваш мужчина выгнал вас и выгнал, потому что, ну, нельзя постоянно сомневаться в человеке, с которым живешь, нельзя постоянно контролировать его, а именно это вы пытаетесь сделать. И, естественно, ему это надоело, естественно, его это тяготит, и тяготил, и он при всем том, что он любит вас, при всем том, что он хочет быть с вами, он живет с вами, да, он, наверное, вздохнул свободно, потому что он понял, наконец-то может жить без тотального контроля с вашей стороны. И вам сейчас нужно понять, что основная проблема, которая вредит вашим отношениям реально, это не какая-то гипотетическая другая девушка вашего парня, которую вы не то что не видели, а подтверждение существования, которое вы даже не получали. А основная угроза вашим отношениям – это ваш контроль. Ваше постоянное стремление контролировать вашего мужчину и, по сути дела, не менее постоянное нарушение его личных границ. Важно понять, почему вы это делаете. Что именно вами движет? Вы что получается? Так в себе не уверены, что считаете, что мужчина может вам изменять? Откуда причины вашей неуверенности? Откуда взялась эта вообще неуверенность в себе? Почему она у вас есть, какие у нее корни и в чем конкретно она проявляется, ведь неуверенность в себе – это ощущение, что в чем-то где-то вы не дотягиваете, в чем-то где-то вы хуже, в чем-то где-то вы не соответствуете определенным требованиям. Значит, получается, что ваша неуверенность в себе, которая последует ревность, происходит в результате вашей реакции на определенные требования. Хорошо, допустим так. Кто эти требования создает, откуда и как формируются требования, на которые вы пытаетесь равняться, и почему вы не уверены в себе? Вот ответ на этот вопрос вам нужно разобрать. Понимаете, в чем дело? Мужчины такие существа, что им нужна женщина рядом с собой, которая, ну, скажем так, уверена в себе.
которая ценит себя, которая любит себя, которая не боится того, что мужчина может уйти. Потому что она знает себе цену. И вот вопрос, который я должен вам задать, можно сформировать так. А вы себе цену знаете? Вы себя любите? Вы относитесь к себе с достоинством? Постарайтесь, пожалуйста, ответить на эти вопросы, они принципиально важны. И если на какой-то из этих вопросов вы не сможете ответить положительно, то нужно тут же разбирать, почему. Почему вы не можете ответить на этот вопрос положительно, что вам мешает. Дальше. Ну, я надеюсь, вы не будете спорить с тем, что вы очень сильно боитесь своего мужчину потерять. То есть вот вы думаете, что у него другая, вы очень сильно его любите, вы постоянно проверяете, где он, постоянно лезете к нему в телефон. Вы боитесь своего мужчину потерять. Понятно. Почему вы боитесь своего мужчину потерять? Это тоже очень важный вопрос. Наверное, вы скажете, что любите его и хотите быть с ним. Хорошо. Но если вы любите мужчину, и если вы хотите быть с ним, то вы же понимаете, что основная причина, по которой люди находятся друг с другом, это их желание делать друг друга счастливыми. Это основное желание делать друг друга счастливыми. Получается так, к сожалению, что вы ориентируетесь не на то, чтобы делать мужчину счастливым, потому что вряд ли можно назвать созданием счастья ваше поведение, при котором вы постоянно своего молодого человека проверяете. Значит, получается, что вы не стремитесь сделать его счастливым, а вы стремитесь его удержать рядом с собой. Вот почему вы это делаете, что вас заставляет так поступать, и нужно разобраться. Потому что вы, к сожалению, через мужчину пытаетесь удовлетворить свои какие-то желания и потребности, может быть, купировать страхи и так далее. Чтобы ничего этого не было, нужно эти страхи, эти желания разобрать, равно как и страхи, так и желания, соответственно, подобрать правильное решение этих аспектов, то есть страхи убрать, желание удовлетворить, но лично вам не с помощью молодого человека, а используя только ваши средства, используя только свои собственные ресурсы. И вот тогда вы сможете быть в отношениях свободны, независимо. Тогда вы сможете быть в отношениях по своему собственному желанию и по воле, и проблем такого рода у вас не возникнет. Ну и, наконец, последнее, что мне хочется вам сказать. Это последнее заключается в том, что мы вели речь о внутреннем аспекте того, что с вами происходит. Внутренний аспект, конечно, важен, но он не единственный.
есть еще и аспект внешний, то есть ваше поведение. Так вот, вот мое поведение по отношению к молодому человеку тоже нужно менять. Как? В первую очередь, дать себе установку, что каждый раз, когда вам хочется его проверить, его как-то узнать, где он и что он делает, проявите лишний раз в этот момент свою нежность, свое тепло и свою заботу. Потому что каждый раз, когда вы говорите мужчине про измену или намекаете ему на нее, вы, по сути дела, стимулируете у него подсознательное желание ее совершить. И чтобы мыслей об этом у мужчины не было, вам нужно, напротив, окружать его заботой, теплом и лаской, да, вместо определенных требований, претензий, необоснованных и так далее. Только так можно сохранить ваши отношения. Только так можно вывести их на новый уровень. Только так можно сделать вас обоих счастливыми в них. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.